Костюмная замша прекрасного цвета молочного шоколада на трикотажном полотне. Если как двустороннее показывать, то это вот так выглядит на контрасте. Это прям вот молочный шоколад, а это молочный шоколад со сливками. Тянется, да, тянется под куб и не тянется под долевой. Изнанка как водолаз. Еще один. Бархат, наверное. Что-то я до этого зря называла золотистый цвет велюром. Больше похож на панбархат. Хорошо тянется под куб. Он под долевой чуть-чуть. И такой нежный, приятный. Белый, да. И вот еще здесь ворс, который идет в одну сторону. То есть, если в обратную гладить, то прям он топорщится. То есть кроить вот только в одну сторону. Я бы это назвала. Как бы я это назвала? Ну, у него изнаночная сторона хорошей такой плотности водолаз. Я бы, может быть, даже назвала тонким неопреном. Ну и вот что это? Велюр, плюш, бархат. Но с форсом в одну сторону. Если у белого без разницы, как располагать туда-сюда обратно, можно, да, так же, как и замшу, то вот этого красивого бутылочно-изумрудного цвета, повторюсь, ворсик в одну сторону, а в обратную сторону он вершится чуть-чуть.